1 октября это есть Международный день учителя. Наша страна его празднует 1 воскресенье каждого октября. Сегодня, 4 октября, мы в самом большом зале нашего города чествуем наших учителей. Ожидается большой праздник с привлечением областного академического оркестра имени Тацимбета, художественных коллективов нашего города. И мы хотим сегодня для вас, наших учителей, устроить большой праздник. Сегодня, кроме праздника, еще будет чествование учителей, отличившихся за этот учебный год, директоров школ, наградами Министерства образования и науки Республики Казахстан, областного управления образования, также нашего отдела образования, грамотами города. Труд учителя неоценим. Каждый учитель живет в мыслях и поступках своих детей. Есть такое вот изречение красивое. Я пожелал бы нашим учителям, чтобы в мыслях своих детей, они в хороших мыслях оставались, и у их воспитанников были прекрасные поступки для процветания нашей страны. Сегодня два человека получат нагрудный знак имени Алтын Сарина, два человека грамоты Министерства образования и науки Республики Казахстан, шесть человек получат грамоты областного управления образования, семь человек получат наградные благодарственные письма областного управления образования и 20 человек получат грамоты города. Мы представили наградные листы Министерства образования и науки Республики Казахстан на таких именитых директоров города: Каменецкая Наталья Александровна, Савченко Лариса Николаевна, Исина Ингушна Ахмалиевна. Это люди, которые действительно заслужили такой этой большой награды. Я думаю, это педагогическая общественность города поддержит эти награды. Кроме того, мы ряд учителей за их достижения, воспитание детей, обучение детей, за их достижения областного республиканского уровня представили к наградам областного управления образования и науки Республики Казахстан. Сегодня уже становится известным, кто из учительства получит премию акима области. Мы очень рады, что от города Темиртау учительница казахского языка гимназии 15 Кумартаева Гульмира получает награду премию акима области. По сравнению с прошлым учебным годом, в этом учебном году показания образования и воспитания города Темиртау выросли. Например, можем привести цифры прошедшего единого национального тестирования, где наши дети показали прекрасные результаты. 80,5 баллов средний балл по городу Темиртау, что на 10 баллов выше по сравнению с прошлым годом. И город Темиртау вошел в тройку лидеров области в едином национальном тестировании. И также наши дети хорошие показатели дали на областных олимпиадах, на республиканских олимпиадах школьников. Но там существенного такого роста нету, но мы старые позиции удерживаем на 1-2, на 1-2 единицы увеличиваем каждую позицию. Кроме этого, хочется сказать, что активно внедряется преподавание предметов на английском языке, преподавание робототехники, основ IT-технологий. В данный момент в 14-м лицее открыт IT-центр при поддержке местных исполнительных органов. Хорошее финансирование мы получили. И IT-центр будет сейчас обучать других учителей информатики. Сейчас уже задание дано всем лицеям открыть IT-классы. И через 14 лицей мы будем сейчас осуществлять вот эту современную образовательную функцию свою. Полиязычное образование во многих школах сейчас уже внедряется, преподавание предметов естественно-математического цикла на английском языке. И кроме этого, очень много побед на творческих, на спортивных мероприятиях области. Рост постепенно идет. Я работаю учителем давно уже, 35 лет, поэтому моя деятельность началась 1978 года, и, наверное, я всегда мечтала быть учителем. Я пришла работать в школу 13-ю, я закончила эту школу и пришла туда работать молодым специалистом. Работала учителем математики, мне всегда нравилась эта работа, и предмет математики нравился. Но в 1994 году 13-ю школу расформировали, и меня Валентина Васильевна Ускова, бывший директор 11-й школы, пригласила работать в 11-ю школу завуча. И вот с 1994 года началась моя деятельность как администратора. И когда Валентина Васильевна в 2001 году уходила на заслуженный отдых, она предложила меня как кандидатуру, и я, в общем-то, согласилась. Мне нравится эта должность, она вмещает в себя очень много
таких качеств. Это и собранность, это ответственность, это серьезность. Но я скучаю из-за работы учителя, потому что много проводишь с детьми, я скучаю за ними. Они дают много тебе энергии. Но здесь энергии много дают и учителя, и ученики, и, конечно, родители. Я благодарна своей школе, у нас всегда хорошие ученики. Сейчас у нас хорошие родители, они поддерживают. Поэтому я благодарна своему коллективу, что они всегда поддерживают и идут вперед вместе со мной вот в новом обновленном содержании образования. Ежегодно, конечно, ребята готовят нам концерты, это очень всегда приятно, много песен, танцев, стихи. И, знаете, такие глаза у них горящие, это всегда вдохновляет. Поэтому вот таким концертом мы проводим. И всегда присутствует коллектив у нас вот здесь, в Дом культуры металлургов, когда готовится большой концерт на городском уровне. Ну, естественно, на торжественная линейка у нас есть в школе. Конечно, торжественное собрание в школе, где я своих учителей благодарю за работу, награждаем грамотами. Это тоже всегда очень приятно. Вы знаете, был в День учителя, когда я работала, правда, в 13-й школе. Я была тогда классным руководителем. И мои выпускники на День учителя принесли мне сделанную книгу своими руками. И туда сделали фотографии, вот начиная с 5 класса, когда мы с ними стали работать. Это было так интересно, было вот так красиво. Были какие-то моменты, где они меня фотографировали. Поэтому вот это было неожиданно. Ну и, конечно, очень приятно, потому что ребята дорожили этой книге и написали любимой учительнице, и много своих вот пожеланий сделали. Вот это было приятно. Школа наша основана была в 1973 году, имеет очень богатую историю, очень хорошие традиции. Мы с удовольствием всегда встречаем наших дорогих учителей, которые работали в этой школе, но в нынешний момент находятся на заслуженном отдыхе. Я в свое время закончила 9-ю школу нашего города. И так получилось, что когда поступала только на вечернее отделение. А нужно было устраиваться на работу. И директор школы Сметанин Юрий Александрович с удовольствием пригласил меня работать пионерской вожатой. Вот начинала я пионерской вожатой в 9-й школе. А затем было новое поступление, новый университет, получила образование учителя математики, продолжала работать потом уже в 31-й школе, проработала 25 лет. В 31-й школе работала завучем. Ну и так случилось, так, видимо, судьба распорядилась, что меня направили в 27-ю школу исполнять обязанности директора. Вот там, в 27-й школе, я уже 10 лет работаю директором школы. И в преддверии этого праздника, в первую очередь, хотелось бы поблагодарить и поздравить наших ветеранов, ветеранов учительского труда, тех, кто когда-то работал в школах нашего города. Уважаемые коллеги, я поздравляю вас с нашим профессиональным праздником и желаю вам большого здоровья, больших достижений. И желаю, чтобы вы радовались вашей работе, гордились ей, чтобы ваши ученики благодарные всегда были рядом с вами. И, конечно, я желаю вам семейного счастья и мирного неба нам, в нашем родном Казахстане.